Слово для выступления предоставляется председателю правительства Российской Федерации Михаилу Владимировичу Мишустину. Делается все возможное, чтобы разогнать инфляцию, создать дефицит потребительских товаров, но и в конечном итоге социальную напряженность, недовольство людей. Все это было тщательно спланировано, и авторы этой стратегии рассчитывали, что санкционный шторм за несколько дней разрушит нашу экономику. Их сценарий не сбылся. И защита их интересов – наш приоритет. Уровень жизни людей не может зависеть от причуд иностранных политиков. Наша финансовая система, это кровеносная артерия всей экономики, устояла. Вряд ли какая-либо другая страна или другое государство могло бы с этим справиться. Мы же выстояли.